Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Продолжаю свою небольшую, но уникальную серию из различных народных рецептов помощи лицам, страдающим витилиго. Витилиго – болезнь не опасная, но очень, так сказать, некрасивая, особенно для молодежи и женщин. И лечить витилиго можно, но существует, как я уже неоднократно рассказывал, два типа людей. Первый тип людей – это люди, которые испробовали различные народные медикаментозные средства для того, чтобы уменьшить вот эти острова, для того, чтобы лечить витилиго. И им никогда ни одно средство, даже на 5%, не помогло. Вот такие люди безуспешно лечат витилиго. И существует вторая категория людей, которые пробовали некоторые рецепты, как народные, так и медикаментозные. И им на некоторое время рецепты данные помогали. То есть немножечко уменьшались острова, они становились менее заметные и так далее. Вот такой второй тип людей может успешно лечить витилиго различными как народными, так и медикаментозными средствами. Самое успешное лечение витилиго происходит на Кубе. Кто обладает достаточными средствами, может даже через интернет записаться в кубинские, там несколько есть клиник. И там успешно вот этот второй тип людей лечат от витилиго и саму болезнь витилиго. Я снял уже максимальное количество самых известных, самых эффективных рецептов для лечения витилиго и поместил их в плейлист. Эта секретная ссылочка на этот плейлист появится в конце этого видео. Кто досмотрит данный сюжет до конца, увидит эту ссылочку, необходимо нажать на нее, вы сразу попадете в мой плейлист. Там есть такой маленький плюсик где-то там сбоку, нажимаете на него, и все рецепты вместе с плейлистом уже сохранятся на вашем YouTube-канале. Не спеша их пересматривайте и потихоньку начинайте с ними работать, используя два или даже три рецепта одновременно. Переходим дальше на другие рецепты, смотрим, какие рецепты из этих всех рецептов, которые представлены на моем канале, вам больше всего помогают. Выделяем оттуда 2, 3, 4 рецепта и с ними потом курсами продолжаем уже на постоянной основе работать. Но рецептик на сегодня такой. Сам рецепт очень простой. Сейчас я быстро расскажу, как с ним работать. Берем, покупаем качественный черный перец в горошке. Собственноручно его необходимо перемолоть идеально на кофемолке. Далее, второй компонент – это пищевая обычная сода. Все, вы перемололи, скажем так, на порошок черный перец, есть у вас сода. Берем один к одному, смешиваем данные компоненты. Берем маленькую какую-то баночку и туда это все помещаем. То есть берем, например, один мерный стаканчик перемеленного черного перца и один мерный стаканчик пищевой соды. Хорошо все смешали, идеально все перемешали. И отправляем в другую посудку для хранения. Что необходимо дальше делать? Один раз в день. Можно это делать рукой, можно это делать косметическим диском. Берем, скажем так, набираем, макаем сухой косметический диск или сухие пальцы в этот наш микс. И просто осторожно сверху наносим, осторожно протираем, так сказать, участки витилиго, то есть острова витилиго. Не спешите сразу намазывать все, если кто-то будет использовать эту технику. Попробуйте сначала это все сделать на каком-то одном участке. Посмотрите, как ваша кожа вообще будет реагировать на этот состав. Вы просто вот так смазали и все. На сухую, все на сухую. Пусть оно все осыпается, это не имеет никакого значения. Хорошо, так легенько, типа один раз
Стерли все и занимаемся своими делами. И так ежедневно. От 20 до 30 дней. Если вы увидели какие-то результаты, делаем перерыв 3 недели и повторяем опять данный курс. В это же время применяем и принимаем другие мои рецепты из моего плейлиста. Если вы относитесь ко второй группе, так сказать, людей, которые больны витилиго, и используете 2-3 рецепта одновременно, вас обязательно будет ждать успех. Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить, написать комментарий, а также поделиться этим роликом со своими друзьями. Они также хотят быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще!